Приветствую, девочки, мальчики, girls and boys. Чувихи, бобрихи и так далее. Я так часто смотрю американские каналы, да, с вами Глафира Абрамовна, что я полностью скоро перейду на американский образ жизни. Life. Yeah. Life. American life. Yeah. У меня будет American style in life. Ну что, думаю, смотрю, все там готовят салатики, всякую ерунду там. Ну и сама тоже. Organic. Organic life. Most church of Washington. Михаил, почему-то грузинский акцент. Типа, почему грузин не любит? Тихо. Национальность тут ни при чем. Америка — это страна для жизни, а не для там каких-то... Какие ваши доказательства? Хвост, лапы и уши. Ну, короче, делаем сегодня бургеры американские, проклятые. Вот у меня есть такой специальный гаджет, Kitchen Gadget. Он называется Severin, благодаря каналу Надюхи Кухни. Я делаю из pork and beef фарша, делаю такие small котлеты. Для того, чтобы потом их забубенить. For fucking котлеты. Забубенить это булка in the булка с кунжутом и сизом. И будет very nice. Котлетки должны у нас прогреться вот на этом гаджете. Мне кажется, мало. Мне кажется, надо еще. Пока эти пусть прожарятся. Ты думаешь, они не прожарятся? Ну, пусть пока. Значит, в фарш, в митен фаршен, кладем только специи и соль. Лук сюда не надо, потому что иначе все это у вас как поплывет. Да, надо фарш еще. Ну, я, наверное, пока остановлю. Нет, не останавливайте. Да? В любом случае. Хорошо. Смысл такой, что вы здесь, да, не добавляете никакой органик. Вот они жарятся. Органик. На такой штуке. Штуки такой. Надежде огромный респект. Надюха, не забывай, ты мне обещала овощи для маринада показать. В смысле показать? Ну, показать, как маринуются чертовы эти овощи. Дайте мне... Фарша? Огурчик. Подождите. И все так сразу. Тогда паспорт верните. Нету. Паспорт съели. Аллигаторы из Флориды. Аллигатор с Флорида. Не знаю, насколько это будет эффективно, вкусно и так далее, как это делается в заведениях фастфуд. Но будем надеяться, что идет. Посмотрим. Оу! Это ж просто праздник какой-то. Ну, котлетка. Прижмем для пущей важности. И вот эти котлетки у нас пойдут в булочку с сезамом. Кто не знает, что такое сезам, это кунжут. Улица Сезам, это что, кунжутная улица? Улица Кунжута. Да ладно. Да, прикинь. Прикинь, чё? Угу. Вот мои американские друзья. Вы там делать русский продукт, я здесь делать американский продукт. Белорусский. На самом деле я не знаю точно, кто придумал вот эту вот гамбургятину. Да. Кушать. А гриль немецкий, между прочим. Гриль-то немецкий, а гамбургер-то
Че гамбургер? Ты кто думаешь, в американцев, что ли? Ну кто еще? Ну кто, европейцы, конечно. Гамбургер, город Гамбург. То есть это немецкое изобретение? Безусловно. Откуда у американцев, у них ничего своего нет? Ну не знаю, макдональдсы котлетки, конечно, потоньше, чем у меня. Я-то не жалею для своих, а там-то все по жалости идет. А то там лука напихают и травы всякой. Все аж вываливается. Ну так, девочки, мальчики, готовим сегодня необычное для нас блюдо. Ну, кто-то, конечно, дома делает эти котлетки. Я вот, честно вам говоря, не балуюсь этим. Не хватает еще чипсов начос. Помнится, Рома Степанов делал тогда. Надоело мне своими пальцами переворачивать. Что вот Глафира обратно руками прям в гриль лезть? Ого! Ну, Глафира, по-моему, удобно, у нее одна рука ничего не чувствует. Да. Поэтому она все равняет периодически. Она у нее выросла вообще только к 39. Уродец! Одним словом. И одна у меня получится такая дешманская совсем. Рука? Это клетка. Котлетки. Окей, уби. Пока у нас это дело прогревается душевно, мы с вами займемся основной частью. Я тут уже начала чуть-чуть хозяйничать. Нам понадобится лучок. Можете его замариновать, кто не любит. Тонко нарезанный. И вот эти вот безобразные листья салата пекинской капусты. Ее очень часто используют в гамбургерах. Я чувствую, Михалыч, ты питаться хочешь. Прям нюхаешь. Да. Наконец-то, дождались называться. Дайте мне огурец. Огурец, так огурец. И пекинскую капусту или савойскую можете взять. Cabbage from Pekin. Нарезайте тоненько, потоньше, как сможете. Помните, что нажито, наточено заботливыми руками мужчин. Слушайте, тут уже такой запах офигенский, мясо идет, как будто мы вообще не зимой, а где-то на даче, где-то летом жарим какие-то. Какие огурцы. Шашлыки. Да, кстати, у нас спекулятивные цены у бабушек взлетели на продукцию, на вот эти вот. Смотрите, какие огурцы. Огуречные. Вырви глаз называется. И поэтому покупаем, сами мы не засаливаем, потому что у нас нет, во-первых, плюс одного участка пока. Не, но у нас нет своих хранения. Первое. Вот это какая котлета получилась, вообще шикардос. Так, это куда-то у меня пошла гулять. Наверное, их надо поменять местами. Как-то распределить. Для большего прожара. Запах уже такой, знаете, мясной. Подержать надо подольше, чтобы поджарилось как следует. О, красота, слушайте. Офигительная штука, однако. Вот так вот, если надо пожарить по-быстренькому что-то, или оригинальные, пришли к вам гости какие-нибудь, нежданчики. Прям быстренько так, чпок-чпок-чпок надели. Так, горку холодного цеха в виде салата с пекинской капусты отправляем
на тарелочку. Язычок. О, красота. Берем огурчик. И нарезаем его тоже тоненько. Возьмем потолще, которое. Что-то они все почти одинаковые. Так, и пошел второй. Я чувствую, на меня не дойдет до гамбургера-то. Или завтра со вторым пойдем пакетом. Завтра за огурцами. Вот такие огурцы должны быть на столе. Обязательно кушайте. Это просто шикарно. Понюхайте, во-первых, как он пахнет. Да. Он пахнет таким ядреным. Типичные бочковые. Причем, вы знаете, там ни лишней соли, ни лишнего сахара, ничего нет, никаких. Но они такие, вырви глаз. Ядреные. Но ядреные приятные. А то бывает, знаешь, вот возьмешь. Не, как будто я не знаю, кто их что там, какой моче, извиняюсь, валяпал. Нет, они отличные, это не, они не соленые, они маринованные, скорее всего. Периодически мяско переворачивайте, чтобы прожарка была у вас хорошая, достаточная. Ой, запахи. Почему YouTube запахи не передает? Хотя с другой стороны хорошо, что он их не передает. А то мы тут все у запахи либо. О, поджарилось как отлично с этой стороны. Слушайте, а почему вот. Кто мне объяснит, почему пахнет грилем прямо? Кем? Грилем. Вот как будто ты на гриле делаешь, на настоящем. А ты на это чем вот система. Делаешь? Система это дает такое. Я ощущение. Думаю, да. Так, ну, в дополнение к этому у нас есть три еще вещи под названием. Сыр-чизбургер, плавленый. Угу. Я очень давно его с этой туристки собрала, тут что-то обалдела. Цена, конечно, нереальный как раз, на мой взгляд. Соус барбекю, угу. Он нам обязательно пригодится. Пахнет отлично, понюхайте. Вкусно пишут, как в ресторане. Нотка меда и перчик гриль. Кальве. Ну и традиционный, без которого ну, никак не деться в России. Майонез, хотя я смотрю, мои американские друзья тоже галлонами берут майонез. Я не знаю, насколько он вкусный или невкусный в Америке. Ну вот такая миладора. Ну в России он традиционен. Ну, он, кстати, разный тоже в России. Ну, мы и привыкли. Мы с детства. Берем? Не, к Миладоре я не смотрю, как милая, называется. Милая Дора. Милая Дора, это как раз что-то. Немецкое. Что-то не оттуда. Ой, вот эта котлета вообще шикарная получается. Что вырубать? Запах. А я уже сейчас начну собирать.
Выключать не надо. Кого? Гриль? Да. Нет. И смотрите, продаются в России вот такие булочки к завтраку Нива. Конечно, по качеству они отличаются от тех, которые мы привыкли в Макдональдс или в Бургер Кинге. Но что-то похожее. Во всяком случае, булочка обсыпана кунжутом. Мягонькая. Сейчас на разрез вам покажу, если кто не брал. Это у нас делает самарский пекер. Там и Самары, с ума сойти. Так. Берем булочку. Разрезаем ее. О, вот она, какая она разрез получается. То есть мало чем она отличается. В общем-то. Ну, единственное, не такая белая. Ну как? Значит, как поступаем? Намазываем толстый слой майонеза. Кладем сверху котлету. Ау! Я просто не вижу. А, не вижу. Вот так бы сказал бы. Да. Кладем сверху котлету. На котлету наваливаем сыр. Я аж два куска взяла от радости. В принципе, мне кажется, тут без разницы, какой вы получите. Результат. Вот так вот. Это будет чизбургер. Сверху или под котлетку лучок. Сверху капустку. И получается у вас готовый домашний огуречек. Чизбургер. Это чизбургер. А. Чизбургер. Ну и второй покажем только один. Больше не покажем вам ничего. Чисто хамбургер без сыра. О, какой, смотрите. Да. Нифига себе. Я бы сказал, да не буду. Что-то у нас уже готово. Смотрим, вот это готово. О! О! Сверху лучка. За ним следом добрую порцию огурчиков. Майонезика. Ох, зря ведро-то купили по русской традиции. И вот так вот салатика. Это будет хамбургер. Ну и в таком порядке мы доделываем. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки, дизлайки. Глафира Абрамовна плохого не посоветует. Еще раз всех, кто меня еще не успеет посмотреть, с Новым годом. Я выключаю гриль. У меня тут уже все загрылилось. Надюх, семье привет отдельный. Сама знаешь, я тебе потом напишу. Чмоки-чмоки в обе шоки. Глафира Абрамовна плохого не посоветовала.